Всем привет, с вами DropsEasy, и сегодня темой нашего разговора будет компания Users, как стать учеником, как стать амбассадором, как выполнить задания и отправить их на рассмотрение. Первым делом для всех это касается, нам необходимо вступить в сам Discord и скачать приложение Users на мобильный телефон, ну или использовать VIP-версию. Все ссылки я оставлю в описании под видео. После того, как вы все это скачали и вступили в Discord канал, первым делом необходимо заполнить саму форму для получения роли ученика. Форма также будет опубликована под видео, или вы можете найти на Discord в закрепленных сообщениях. Заполняем все данные. Главное не допустить ошибку, все заполнять правильно. Все. После того, как вы получили роль ученика, вам будет предоставлена роль в Discord, и будет выглядеть она вот так. И цвет ника у вас поменяется. Все, теперь вы ученик. Следующим делом вам необходимо выполнить любые два задания, которые предоставляет компания. Это или создать видео на YouTube, или выбрать тренд TikTok и смешать его с концепцией Users, создать пост Reddit, минимум 3 твита на ветку, или написать статью на Medium. Минимум 3 твита на ветку, вот это я буду показывать пример, как это делается. Это не просто 3 разных твита, а TweetStorm. Вы получили роль, скачали приложение, переходим к выполнению задания. Будет пример на TweetStorm. Что такое TweetStorm? TweetStorm — это не 3 разных твита, как вы можете подумать, а один твит и минимум 2 разными по твитами. Пишите один твит, потом добавляете ответ, потом добавляете еще один ответ, и так, чтобы была ветка минимум с 3 твитов. Все, после того, как вы сделали, например, TweetStorm, вы копируете ссылку на основной твит и переходите в Reddit. В Reddit вам необходимо будет создать пост обязательно. Нажимаете Create Post и Choose Community. Нам надо выбрать именно самих users. Пишем Users Network. Вот нам высвечивает. Выбираем Users Network. Пишем тему. И желательно указать в теме имя Discord, кто выполняет данную работу. Например, MyTweet, Chef. Это мой дескриптор. И вставляем ссылку на твит. Все. Теперь нам необходимо выбрать флаер, соответствующий нашему заданию. То есть у меня твит, значит это социал медиа. Выбираем социал медиа, принять и опубликовать. Я это уже сделал, повторять не буду. Я покажу, как отправить теперь работу. Итак, нам надо выполнить 2 минимум задания. Все, любое задание, будь то статья, видео, копируем ссылку и опубликовываем на Reddit. Все, я уже это опубликовал. Все, после того, как сделали, перешли в этот наш пост, скопировали ссылку, и нам необходимо теперь заполнить форму ученика. Вот, ссылка будет в описании под видео, форма для получения роли амбассадора. Открываем ее и заполняем данные, имя Дискорда, имя в самом приложении, которое вы скачивали, и опубликовываем сюда ссылку на свою работу. Первую ссылку и на вторую работу ссылку. И отправляем все. И ждем после того, как нам проверят работу. Если качественная работа, то нам поменяют уже саму роль на полноправного амбассадора. После того, как нам поменяли роль, нам теперь необходимо будет выполнять 2 задания в месяц минимум для подтверждения своей роли. И заполнять соответствующую Google форму, которая также будет в описании под видео или в Discord в закрепленном сообщении русской ветки. У нас будет пост, где есть много достаточной информации по всем формы, все, что нам необходимо. И также подтверждаем свою роль, имя Дискорда, имейл, и то же самое, только ссылка на пост Reddit. Не прямая ссылка на ваш твит, на ваше видео, на вашу статью, а именно где вы опубликовали в Reddit. Ну вот, в принципе, все. Мы стали полноценными амбассадорами, если выполнили то, как положено. И работаем, увлекаемся. Подписывайтесь на мой канал обязательно, также на телеграм-канал, который я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!